прямом эфире программа «Новости 24 часа» в студии Сергей Прохоров. Добрый вечер. Смотрите в этом выпуске. Снежный циклон пришел в Беларусь. О том, как двигался загадочный Гизи с запада на восток, расскажет Анастасия Хоботова и мои коллеги. Небо, самолет, компенсация. Белавия ждет возмещения украинской стороной затрат, связанных с принудительным возвратом своего Боинга в Жуляны. Сколько картофеля собрали на личных подворьях белорусы и кто заплатит за перерасход электроэнергии в подъездах? Об этом и не только через несколько минут в экономическом обзоре Наталья Надольская. ЧП в Бресте. Пенсионерка выпала на ходу из маршрутного такси. Серьезными травмами пожилая женщина попала в больницу. День памяти предков отмечают в Беларуси. Об истоках традиций праздника. В материале Галины Буро. И время готовить сюрпризы. Белорусская почта начинает прием заказов на поздравления от Деда Мороза. Главная новость дня – непогода. До календарной зимы еще целый месяц, а Беларусь уже накрыл первый снежный циклон. Гизи, именно такое название получил нарушитель покоя многих белорусов, за ночь разительно изменил пейзаж на большей части страны – желто-зеленого на белый. Только в столице выпало 5 сантиметров снега, а на Нарочи и вовсе рекордные 9. Снегопад значительно осложнил обстановку на дорогах. Более 200 ДТП – это только за первую половину дня. Причем всплеск аварий отмечается во всех регионах. Там, где не было снега, шли дожди. Непогода внесла свои коррективы и в работу национального аэропорта. Днем были задержки по многим рейсам. Полная картина дня в материале наших корреспондентов. На юго-запад Беларуси циклон пришел еще ближе к полуночи. Потопленными после проливного дождя оказались сразу несколько улиц Бреста. Ливень продолжался на протяжении всей ночи. К утру же разгул стихии приобретал все больший масштаб. Вода и температура воздуха около нуля. По законам физики, многие улицы превратились в каток. Так в Гродно автомобиль такси буквально вылетел с проезжей части, занесло. Благо в салоне не оказалось пассажиров. Но без пострадавших в эту ночь все же не обошлось. Сразу несколько ЧП на пешеходных переходах. За несколько часов на западе республики выпало 15 миллиметров осадков. А это практически декадная норма. Тем, кто опоздал на последний автобус, около полуночи домой пришлось добираться на такси. Конечно, при ухудшении погоды... То есть люди больше ездят. Конечно, сыро, грязно, холодно, понимаете, то это естественно. С потоком воды ливневки справились, но не везде. Уже утром такие озера стали настоящими водными препятствиями. Наиболее опасен этот циклон для автовладельцев, которые не успели сменить летнюю резину на зимнюю. Также резко ухудшилась видимость на дороге. И как результат, на дорогах множество пробок и аварий. Еще ночью дорожные службы столицы встретили непогоду во всеоружии. С последствиями циклона сражались 400 специальных машин. Дворник Геннадий улицы от снега очищает не первый год. В этом сезоне лопату взял в руки впервые. Чуть раньше на работу, конечно, вышли сегодня в связи с непогодой, со снегом. Ну и сегодня, наверное, придется задержаться побольше. Чтобы очистить машину от снега и успеть на работу, раньше из домов вышли и автовладельцы. Первый снег, собственно говоря. Много чего насыпало. Вот очищаем первые последствия. Ну, посмотрим, как на дороге будет. Минчане сегодня дольше обычного добирались на работу. Непростая ситуация на дорогах повлияла на аварийность, а значит и на скорость передвижения. Многие по традиции именно сегодня вспомнили про зимние шины. Как будто первый день, ну, никто не знает, что зима наступит. Одна уезжает, вторая заезжает. Как бы без работы не сидим. Уже в обед снег в столице начал таять. Не исключено, что ближе к ночи пойдет дождь. Непогода внесла свои коррективы и в расписание белорусской воздушной гавани. Сегодня днем были задержаны прилеты сразу нескольких рейсов, в том числе из Киева, Москвы, Стокгольма и Берлина. Не все задержки были связаны с погодой. Тем не менее, чьи-то планы они все же нарушили. Кто-то ждал у зоны прилета своих близких дольше обычного, а кто-то задерживался на трансферный рейс. Я жду из Киева коллег. Уже около получаса. Рейс должен был прилететь в 11:50. С небольшим, но опозданием до 15 минут некоторые самолеты взлетали. При снегопаде лайнеры обрабатывают специальной жидкостью – антиобледенительной, а это требует времени. Впрочем, все пассажиры к месту назначения прибыли вовремя. Задержки компенсировали быстрыми полетами. Ветер боковой, сильный, который просто-напросто делает переметы. Но взлетно-посадочная полоса, места стоянок, они пригодны для эксплуатации.
Могилевская область. Циклон Гиси пришел рано утром и к полудню уже порядком навело. С первыми снежинками приступили к работе коммунальщики. Первый большой снег – всегда экзамен для коммунальщиков и испытание для горожан. Есть скользкие участки. Выходя из подъезда, можно подскользнуться и упасть. Для Александры Агапкиной циклон Гиези, конечно, не стихийное бедствие, но знакомство это для одинокой женщины не из простых. Сегодня к ней навелся рабочий десант. Помощь важна, потому что уже пожилая женщина, и нам как бы не сложно. Они придут, разгребут, мне все чистенько сделают. Это им большое-большое спасибо. Белоснежные хлопья буквально за несколько часов накрыли снежным одеялом и Витебщину. Снежинки на ресницах, за шиворотом и мокрые варежки на руках. Вот настоящая забава для ребятни. Три. Юрий Прокопенко, Василий Лысенков, Петр Бутрим, Анастасия Хоботова и Дмитрий Боярович, телекомпания СТВ. Все коммунальные службы и МЧС Беларуси находятся в состоянии повышенной готовности. Об этом сегодня шла речь на плановом заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете министров. Первый выпавший снег – сигнал коммунальщикам и всем городским службам. Главная задача – предупредить и минимизировать все снежные последствия. К тому же, по прогнозам синоптиков, наготове надо быть весь ноябрь. Между тем, к приходу зимы проведена масштабная подготовительная работа. Обеспечено отопление в домах и административных зданиях. На контроле и дорожная ситуация. Исправлен весь автопарк снегоуборочной техники. Подготовлены тысячи тонн противогололедных материалов. Проверена и работа линий электропередач. К примеру, все социальные объекты обеспечены автономными источниками. Мы все, согласно алгоритму взаимодействия госорганов местной власти, определили, что где нет устойчивого электроснабжения или какие-то линии требуют капитального ремонта, то они в летний период все подверглись замене, модернизации, совершенства. И там, где необходимы дополнительные автономные источники, то они приобретены и установлены. Больницы и поликлиники, те, которые находятся в основном на периферии, также мы рассмотрели. Можно подтвердить, что в этом плане проведена значительная работа. Есть определенные предложения по дополнительной комплектации и поиске источников. При планировании работы оперативного штаба учитывался опыт прошлых лет. Нашумевший «Хавьер» стал хорошим уроком. Проведена замена линий электропередачи, восстановлены изношенные элементы. Неудивительно, что выпавший первый снег никак не повлиял на работу электросветового комплекса нашей страны. Все задачи, которые перед госорганами ставило правительство, уже выполнены. Задействованы все силы и средства, которые привлекаются для уборки улиц и дорог республиканская и также дворовой территории. Задействовано 701 единица техники и более 6 тысяч человек для уборки. Также силы и средства МЧС проведены в режим повышенной готовности, подготовлены генераторы, модульная котельная. Создание совместных производств и развитие взаимовыгодных проектов, поставка продуктов питания и акцент на обмен инновационными технологиями. Ближневосточные перспективы сегодня обсуждают в экспертном сообществе. Уровень политических и межличностных отношений между Белоруссией и странами Персидского залива, такими как Катар и Объединенные Арабские Эмираты, сегодня довольно высокий. Но вот сотрудничеству экономическому есть к чему расти, наращивать нужно взаимный товарооборот. Тем более платформа для этого есть. К примеру, в Арабских Эмиратах хорошо знают наших белорусов. Здесь есть представительство МАЗа, поставляем и сидельные тягачи. Страны Персидского залива относятся к одному из главных направлений развития внешнеэкономических связей Республики Беларусь. Им, конечно, нужны наши станки, оборудование, тягачи, самосвалы, грузовики, которые мы активно поставляем в этот регион. Эти страны начали развивать свое молочное производство, но они пока закрывают его только на 25% потребности населения, поэтому мы постоянно поставляли туда сухое молоко, а сейчас наша линейка молочных продуктов расширяется активно. У нас положительные сальдо по торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами. И, конечно, мы можем находить массу проектов, это и в пищевой промышленности, и в деревообработке, и в химической, и в строительной отрасли. Сегодня товарооборот между Белоруссией и Арабскими Эмиратами около 30 миллионов долларов. Цифры недостаточны. О том, что взаимную торговлю можно и нужно наращивать, говорил и президент во время рабочего визита в эту арабскую страну.
Белавия ожидает компенсации затрат, связанных с возвращением белорусского «Боинга» в аэропорт Жуляны. Украинская сторона согласна на выплаты, ведутся переговоры. Вопрос лишь в сумме возмещения. Тем не менее, специалисты отметили, что в данных стрессовых условиях экипаж самолета действовал грамотно. Согласно международным документам, пилоты обязаны выполнять команды диспетчера. Тем более в данной ситуации, когда судно находилось в воздушном пространстве Украины. Достаточно сложно экипажу было принимать решение, но он действовал хладнокровно, грамотно, ну и в полной мере была обеспечена безопасность полета, безопасность пассажиров. Мы работаем с нашими коллегами с Украины для того, чтобы определиться по возмещению затрат, и понимание с их стороны и с нашей стороны есть. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос будет закрыт. Ситуация с возвратом самолета в аэропорт вылета под угрозой применения истребителей не укладывается в рамки международного авиационного права. Об этом говорят эксперты, и это четко прописано в соответствующих документах. Оценки случившегося уже даны на уровне Министерства иностранных дел, Департамента гражданской авиации. Если мы просто говорим про возврат, это нормальная практика по какой-то причине. Технической, по погоде или по болезни пассажира, такие случаи, конечно, бывают. В данном случае возврат самолета именно при угрозе применения сил, это, конечно, неправильно. Это нарушение всех конвенций международных. Это есть вмешательство, так сказать, в деятельность международной гражданской авиации к конкретному государству, к конкретной авиакомпании. Напомню, 21 октября самолет «Белавия», выполнявший рейс Жуляна-Минск, был возвращен по требованию Службы безопасности Украины. Экипажу заявили, что в случае невыполнения команды в воздух будут подняты истребители. МИД Беларуси вручил ноту протеста Украине в связи с принудительной посадкой в Киеве белорусского лайнера. Украина пренебрегла международными правилами и рекомендациями, вернув в аэропорт вылета самолет белорусской авиакомпании. Такое мнение нашему телеканалу высказал глава Российского фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта, партнер гражданской авиации, заслуженный пилот СССР и бывший заместитель министра гражданской авиации Олег Смирнов. Кроме того, Беларусь, по его мнению, имеет полное право подать в суд и по-прежнему настаивать на компенсации. Возвращение самолета и повторный вылет обошлись авиакомпании в немаленькую сумму. А неудобства пассажиров всегда сказываются на имидже перевозчика. Да, с самолетом можно так обращаться, но только тогда, когда он летит без согласования со страной пролета и вторгается в воздушное пространство. Вот тогда посылаются истребители и насильно сажают его. Кроме того, в практике гражданской авиации таких случаев, я вот помню, десятки, когда надо было какого-то пассажира после посадки его взять тепленьким, что называется. Пожалуйста, Киев должен был связаться с Минском, и этого человека встретили бы с наручниками прямо у трапа самолета. Пожалуйста, все, вопрос решен. 10-часовая гуманитарная пауза объявлена в Алеппо 4 ноября. Она продлится с 9 утра до 7 вечера. Решение согласовано с сирийским правительством. Во время прекращения боевых действий российские военные откроют два коридора, от которых отведут все правительственные войска и технику. Еще действуют 6 путей, чтобы из города смогли выйти мирные жители. Россия благодарит Беларусь за оказание своевременной гуманитарной помощи Сирии. Об этом сегодня на совместной коллегии Министерств обороны двух стран в Минске заявил Сергей Шойгу. Было принято решение начать гуманитарную операцию. К участию в ней мы пригласили различные международные организации, союзников по ОДКБ, а также другие государства. Особо хочу отметить, что Беларусь одно из первых откликнулось на российское предложение и оказало гуманитарную помощь сирийскому народу. Это наглядный пример наших союзнических отношений. На встрече подвели итоги деятельности оборонных ведомств двух стран за минувший год. Это результаты совместных учений, развитие региональной группировки войск, а также единой системы ПВО, щита союзного государства. Намечены планы и на будущее. Сегодня стороны подписали ряд соглашений о техническом переоснащении, реализации совместных проектов в военно-промышленном секторе, охране внешней границы и прямому обмену информацией. Главной задачей сотрудничества остается сохранение высокого уровня безопасности в регионе.
Сегодня можно сказать, что коллективная оборона Беларуси и России – это не только надежный и крепкий щит двусторонних отношений, но и важный элемент коллективной безопасности ОДКБ на западном направлении. Нет сомнения, что успешное выполнение всех спланированных мероприятий позволит и впредь успешно укреплять обороноспособность наших стран и союзного государства в целом. Увеличился спрос на зимний ассортимент обуви в торговых центрах столицы. Ажиотажа пока нет, но продавцы уже подсчитывают выручку. Многие объявили сезонные скидки. Можно ли снизить цену, не экономя на качестве? Узнаем у моей коллеги Натальи Надольской. Наталья, добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. На треть увеличились продажи зимней обуви в магазинах столицы. Купить можно по сниженным ценам и в рассрочку. Модели из искусственной кожи традиционно дешевле. Найти можно и за 40 рублей пару. Натуральная кожа и мех удорожают покупку. Цены стартуют от 70 рублей на детский ассортимент до 150 за элегантные женские зимние сапоги. У женщин обуви много, поэтому она как-то дольше носится. Сегодня выпал первый снег, и оказалось, что у него промокают ноги. Поэтому мы прошли сюда, чтобы они носились, были натуральные, тепленькие, удобные. В то же время минчане стали чаще покупать белорусские товары. Из продуктов питания – это овощи, растительное масло, крупы. Увеличился спрос на отечественные телевизоры, холодильники, верхнюю одежду, обувь и парфюмерию. В столице с начала года дополнительно заработали 65 фирменных магазинов отечественных производителей. За полгода удельный вес реализации продукции белорусских производителей вырос на 0,5%, в том числе продуктов питания на 1%. Без малого 50 тысяч тонн картофеля планируют заложить в стабилизационные фонды страны. 80% от общего урожая белорусы вырастили на личных подворьях. В этом году организации за собственные средства подготовили хранилища, отремонтировали, провели дезинфекцию, приобрели контейнеры и необходимое оборудование. Хороший урожай картофеля в этом году – это почти 6 миллионов тонн. Специалисты объясняют использованием высокопродуктивных сортов и соблюдением сроков посадки и уборки. Световой день сократился, расход электроэнергии увеличился. За октябрь-ноябрь жильцы многоквартирных домов будут возмещать около 60% от фактического потребления электроэнергии в местах общего пользования. Напомню, предельно допустимый тариф – 39 копеек на одного человека. В летний период жители полностью оплачивали освещение в местах общего пользования. В случае осеннего превышения потребления электроэнергии в подъездах и во дворах разницу возместят жилищные организации из собственных средств. Сегодня ночью оплата билетов на сайте Белорусской железной дороги через платежную систему «Расчет ЕРИП» будет недоступна в течение нескольких часов. Плановые технологические работы в сети исключают услугу виртуального обслуживания клиентов. В полночь же крупный авиаперевозчик страны снизит свои тарифы на регулярные маршруты на 50%. Сниженные цены будут действовать только по маршруту туда-обратно. Напомню, это уже третья акция за год. Весной по сниженным тарифам было выкуплено почти 50 тысяч мест. По итогам торгов на валютно-фондовой бирже белорусский рубль заметно укрепился к российскому. Доллар прибавил незначительно, курс на завтра рубль 90. Евро в плюсе больше копейки, курс на завтра 2,10. Российский рубль сдал позиции на копейку и за 100 российских дают 3 рубля белорусских. Таковы основные деловые новости среды. Мы держим руку на пульсе экономики. Сергей. Спасибо. Наталья Надольская с обзором деловых новостей. В Беларуси до 2020 года планируют построить 70 детских садов, а учащиеся спецклассов, поступившие в педуниверситеты без экзаменов, должны будут отработать после окончания вуза 5 лет. Эти и многие другие вопросы сегодня обсуждали в Толочине. В центре внимания – социальная политика государства, в ее числе и здравоохранение. В Витебской области, к слову, один из самых низких показателей младенческой смертности. Однако и здесь не обошлось без критики. Необходимо найти средства, чтобы достроить больницу в Мёрском районе. Есть в северном регионе задолженности по зарплате. Проблемы надо решать, равно как и повышать уровень оплаты труда в бюджетной сфере. Предусмотрено повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в размере 9%. Но мы понимаем, что, наверное, в какой-то мере это недостаточно. Поэтому сегодня еще поставлена задача перед Министерством образования рассмотреть те механизмы, которые позволят нам повысить заработную плату и возможность заработать учителю
в соответствии с результатами его труда. Ну, почему я говорю про результаты труда? Потому что педагог тоже должен быть заинтересован и в повышении своей квалификации, а это, соответственно, категории, которые имеют наши педагоги. Это стаж работы в отрасли. Выпала на ходу из маршрутки. Такое ЧП случилось с пожилой брещанкой. По предварительным данным, все случилось, когда автомобиль поворачивал налево. Дверь микроавтобуса открылась, и жительница Бреста выпала из салона машины прямо на проезжую часть. Женщина получила серьезные травмы, сейчас она в больнице. Почему дверь пассажирского транспортного средства открылась и кто виноват в этом происшествии, этими вопросами сейчас занимаются правоохранители. Мне загорается зеленый, я имею право трогаться. В это время одновременно, смотря налево, вижу, что машина с места с четвертой остановки резко начинает трогаться, и у нее двери открыты. И при повороте на улицу Партизанскую вижу, что из этой автомашины выпадает женщина. Она упала на середине перекрестка. День памяти предков отмечают сегодня в Беларуси, или так называемые «осенние деды». В этот день люди идут на кладбище, зажигают лампадки, убирают могилы умерших родственников, а дома устраивают ужин в честь предков, чтобы отблагодарить за помощь и покровительство. Об истоках традиции расскажет Галина Буро. Восеньские деды в этой семье называют День памяти предков. Праздник исключительно домашний и без слов. Таким, сколько себя помнит, знает его и Едвига Брилевич. Но обязательное правило – поход в костел, исповедаться и помолиться. Люди, которые ушли, они нам дороги. Поэтому мы стараемся помнить. И в этот день пытаемся отдать вот им дань должного. Едвига помнит, как еще ребенком с бабушкой накрывала на стол, готовили поминальный ужин. Сейчас она ждет мужа с работы, но на столе дополнительная тарелка. Еще на одну персону. В этот день, по поверьям, в дом приходят души умерших родственников. Обязательное блюдо – кутья. После трапезы кушанье со стола не убирают. На ночь стол не прибирали. Померлые протки повинны были всю ночь болевать. Мы этой звычай добро ведаем. По поминках, на поминках так само не прибирается стол, бо мертвый человек придя с теми, кто его там чекает, и будут всю ночь харчоваться. Обязательной традицией на деды до сих пор считается посещение кладбища. Здесь прибираются на могилах, зажигают лампадки. Все это, чтобы задобрить души умерших родственников и отвести беду от своего дома. Вот и Алица Биннерт сегодня пришла поклониться дедушке. Сама эта традиция у каждого в сердце. Мы должны вспомнить, мы должны прийти обязательно на кладбище, конечно, не только в этот день. С святой обязанностью каждого человека помнить своих близких, помнить людей, с которыми там связана была жизнь, и вот таких замечательных героев. Традиция празднования дедов дошла до нас с древнейших времен. Праздник существовал еще даже до появления христианства. Со временем обряды поминовения превратились в родительские субботы. Отмечают их несколько раз в год. Причем чтят деды широко и в городе, и в деревне. Галина Буро, Анатолий Бояринцев, телекомпания СТВ. Гродно. И время готовить сюрпризы. До главной зимней сказки остается чуть меньше 2 месяцев, и Белорусская почта уже начинает принимать заказы на поздравления от Деда Мороза. Письма и подарки оформить можно в любом почтовом отделении. Причем сюрприз найдет своего адресата не только на территории Беларуси, но и далеко за ее пределами. К слову, только в прошлом году открытку от седобородого волшебника получили больше 35 тысяч человек по всему миру. В любом возрасте, продолжающие верить в чудо и сказку. Хочу поздравить своего ребенка, вот, своего сына и друзей семьи, которые живут за границей, во Франции. Мы тоже им отправим поздравления от Деда Мороза, нашего белорусского, чтобы им было приятно. Наша услуга, она, можно сказать, по-настоящему стала всенародной, любимой. Ведь для каждого ребенка главный зимний праздник, Новый год, это самый любимый праздник. Это встреча с волшебством, это время подарков. И на этом пока все. Итоги среды подведем в 22:30. В студии работал Сергей Прохоров. До встречи в эфире.